это же вечеринка! И тут люди танцуют! Какой кошмар! В такие места ходят только нищие! Они еще и непонятно двигаются! Не сделали ни одного реверанса! Посмотрите, кто пришел на нашу тусовку! Фуника, отстой мне шмотки! Почему охрана вообще таких пускает? Ты что сказала? Я прикажу казнить тебя! Мам! Тихо, доченька! Это невоспитанные молодые люди! Тут нет ни одного нормального жениха для меня! Ни одного принца! Какой ужас! Замолчи, глупая сестренка! Не смей сквернословить на свою сестру! Мы покидаем это ужасное место! Да, мой сын совсем отбился от рук. Ну, мамуля, папуля, это же ночной клуб. Что такое клуб? Что за музыка? Где скрипка, фортепиано, виолончель? Тут есть диджей, крутая тусовка. Я пошел отрываться. Стоять! Никаких тусовок, мы уходим домой! Я тут был со своей дамой сердца, и мы замечательно провели время. Непозволительно! Что это за дама такая, которая водит тебя по таким местам? Надеюсь, она достойна нашей семьи. Извольте, я вас скоро познакомлю. Господа и дамы, все в карету и домой. А, и мам, не забудьте привязать лошадь по имени Эмма. Это я лошадь? Сейчас получишь мечом! Довольно! Быстро в наше королевство! Чё ты орёшь? Я уснуть не могу! Это чё у меня на лице? Как обычно, ужас! Это ты подменила маски для лица! А кто тебе вообще разрешил пользоваться моими масками? Обнаглела? Вот и получила! А ну, получай! Если ты не замолчишь, то я не помогу тебе это стереть с лица. Оно печет! Надоело, тупица! Блин, больно, что ты делаешь? Вытираю. Как я на свидание пойду? А у тебя что, еще свидание? Ну да. Ужас, кто вообще на тебя мог позариться? Ты вообще замолчи, иди отсюда и не завидуй мне. Больно надо. Ну все, Мартин, держись крепче, а то упадешь от моей красоты. Так, моя Мэри, нет, не так, моя волшебная и неотразимая мадмуазель. Моя любимая пришла, это тебе. Что такой скудный? Ты что, не богатый? Что, не мог нормальный букет купить, а не одну розочку? Это роза из переработанных бриллиантов. Да? Ого! Так что сразу не сказал? Садись. Мне кажется, нам нужно перейти на новый уровень отношений. О, я тоже так думаю. О, а то я уже реально не могу терпеть. Мэри, я тебя обожаю. Даже я не умею так смешно делать. Так а что там хотел сказать? Идем ко мне. Я познакомлю тебя со своими родителями. Ты что, Мартин? Я же вообще не готова. Мне нужно речь в парадную одежду, которой у меня нет. Да это не важно. Да не, я уже что-то волнуюсь. А вдруг они меня не примут и выгонят? Мэри, я уже жду не дождусь нашей свадьбы. Моя семья хорошая. Да, у нас будет свадьба, и я тоже стану богатой. Я отдам тебе все деньги мира. Ага. Проходи, моя любимая. Ого, какой домино! Да, это мой королевский дом. Чё? У тебя королевская семья, и ты молчал?
Да я думал, ты сама догадаешься. Что такое? Кто это? А, это, наверное, наша новая домработница. Мое почтение. Здорово, не болейте! Мартин, кто это? Что за безобразие? Это моя любимая Мэри. О нет! Срочно нужно приказать охране арестовать ее! Самозванка! Че ты орешь? Что непонятного его девушка вообще-то? Милый, держи меня! Мне плохо! Мартин, что ты натворил? Ты хочешь опозорить нас на все королевство? Мам, Мэри останется со мной! И точка! Да, ясненько, он меня любит, и без меня никуда! Пошли! Мамочка, не переживай, я все сделаю! Ох, ну и сынок, ну и натворил делов, так и без короля остаться можно! Не бывать этому! Ну вот, моя любовь, располагайся. Косметика! Косметика! Сколько ее много здесь! Как приятно видеть тебя счастливой! Сейчас ты такое счастье устроил! Убирайся вон! Тебе запрещено заходить в мою комнату! А я разрешаю! Я законный наследник престола! И я буду решать! Ах, как мы заговорили! Ну-ну, посмотрим. А ты только попробуй прикоснуться к моим вещам. К этим. Ах, ты! Так, я не смогу выдержать этот ужас. Мэри Мартин, за мной. Ого, нас что, так сразу женить будут? О, я стану принцессой, ура! Тайлер, у нас... Ваша мама приехала и в королевстве переполох? Нет, хуже. Привет, Тайлер, я невеста Мартина. Моя самая любимая и невероятная. Фу, ты меня раздавишь, отвали. Эту даму нужно переодеть. Срочно. Видишь, Мартин, я уже дома. Ну что, Мэри, полезай в шкаф, получается. Прям туда? Да, да, давай, давай. Чего? Вы куда? Ты что за куда? Бред? Это не бред, давай. Нет! Это ужас! Следующий. О, блин. Какого? Ха-ха, Мэри, ты как попугай Ара. Сам такой. Моя вселенная, моя Мэри, ты прекрасна. Ужас, это позор, Мэри, переодевайся. Давай. Я принцесса. Невероятная. Так. Переодели, осталось научить манерам. Думаю, будет сложно. Добрый день. Добрый день. Добрый день! Да ё-моё! Не дадут кофе попить, поколдовать! У меня к вам срочное дело. Прям срочное. Вы же делаете магию, да? Нет, блин, я пирожки продаю. Ну, конечно, я же потомственная ведьма. Ой, помогите мне убрать вот эту девушку. Ну, из нашего королевства. Вижу, вижу, вижу. Ничего не вижу. Ослепила. А если так? О-о-о! Что-то появляется, но не пойму, что именно. А если вот так вот? На ней из глаз
Точно! Какой сглаз? Я хочу, чтобы она ушла из моего замка. Алло! А, поняла, поняла. Вы хотите заколдовать яблоко? Не, я хавать хочу. Хотя, блин, ты уже заплатила? Ладно. Ну сделайте хоть что-нибудь, прошу! Ну хорошо, не психуй. Яблоко, яблоко, сделай так, чтобы... Мэри? Чтобы Мэри покинула королевство! И что, точно сработает? Да ты замолчишь или нет? А, извините. Все готово. Дай это съесть. Вау, класс. Ну все. Держись, мерзкая девчонка. Так, открывай свои чакры. Иду кушать пиццу. Будем играть в шахматы. Круто! А чё это? Смотри, в каждом королевстве умеют играть в шахматы. Ну я уже это, почти королева. Что? О нет, ты хочешь занять мое место? О боже, слуги, быстро уведите ее отсюда. Ой, не-не-не-не, мам, не переживай, Мэри просто пошутила. Ну, юмор у нее такой. Смотри мне. А ты, Мэри, учись, если хочешь стать одной из нас. Ну что ж, начнем. Да уж, что-то мы проигрываем. Это все из-за меня? Есть! Еще два хода, и победа у нас. Мэри! Шо, Мартин? Подыграй! Чё? Не поняла. Ой, ай, мама, папа, мне плохо. Мама, папа. Сынок. Сынок, ой, как такое? Мне плохо, мама, тебя папа. Тебя отравили. Ой, сынок. Ой, мама, папа, как что мне с тобой? Плохо. Ой, как... А, поняла. Ой, ой, ну все, полегчало. Ну что, продолжим? Что ж ты так пугаешь? А, да, давайте, давайте, как раз мой ход. Ура! Мы победили! Все благодаря моей любимой! Неужели она и вправду голубых кровей? Ну не знаю, странно это все. Мне тут нужно пыль протереть. А ты не можешь зайти чуть позже, Тайлер? Нет, не могу. У меня тут все по расписанию. Мой братишка, как у тебя дела? Хорошо. Хочешь, вот можешь с нами в сад прогуляться? Да, Эмма, отличная идея. Ты не против? Конечно. Только вот яблоко скушай. Эмма, ты молодец. Решила помириться с Мэри? Конечно! Бери, кушай! Куда? Куда грязными руками? На, держи! Давай быстрее! На улице скоро стемнеет, и мы не погуляем! Давай! Да как скажешь! Какая вкусная! Спасибо, Эмма! Угу. Давай-давай, кушай! Тебе скоро будет капец. Ну что, пойдем? Ой, а я что-то передумала. Устала, пойду отдохну. Ой, я, наверное, тоже пойду отдохну. Что-то мне плохо, башка болит. Ой. Надеюсь, это не что-то серьезное. Мэри, ты спишь? Мэри, ау! Смотри! Яблоко! Ее что, отравили? О нет! Мартин! Что такое? Мэри! Что с Мэри, мама? Она без сознания! Какой ужас! Приветик! Ты жива? Я так испугался, любовь моя! Мэри, ты съела все конфеты!
Это... Как тебе не стыдно? Это запрещено! Мэри, я думал, тебе плохо, а ты просто нажралась конфет. Ужас! Ну, они такие вкусные были. Я не удержалась. Простите. Больше так никогда не делай, поняла? Принцессой тебе никогда не стать! Моя сладкоежка. Вау, у вас такой красивый сад. Это все совсем скоро будет твое. Ой, а что у тебя в руках? А, совсем забыл, это же лук. Хочешь, научу тебя стрелять? Хочу, конечно хочу. Ты чё, жива? Как так? Не поняла сейчас. Вот блин, капец, это все дворецкий испортил своей тряпкой, капец. Эмма, иди отсюда, мы здесь учимся из лука стрелять. Ну и учитесь. Ого, как далеко. Ай, больно. Папа! Ай, как больно! Кто это сделал? Папа, прости меня, я случайно! Ой, папочка, больно! Ай, как больно! Вырастил, блин, детей на свою голову! Я знаю! Надо вытащить ее! Быстрее вытаскивайте! Чего стоите? Конечно, папочка! Давай! Давай! И еще! Это было сложно! Ага! Вы будете наказаны! Быстро все за мной! Так, что будем делать? Научите этих дам этикету, пожалуйста! Отлично! Пап, мне это не нужно. Я сама все знаю. Я видел. У меня еще ля-папа не прошла. А я хочу научиться. Ну, конечно. Ты же вообще ничего не умеешь. Так, все. Я пошел рану промывать. О. Девочки, выровняли спины. Это самое главное правило. Но это же легко. У меня что-то не получается. Мэри, на кого ты похожа? На корягу с улицы. Ужас! Я вообще-то голодная, а вы тут что-то говорите. Я знаю, что делать. О, сосиска! Сосиска! Ужас! И это работает? Да. Ну я же профессионал. Давай, сосиска, иди сюда. Давай ко мне, сосиска. Да. Вот коза в такой дом забралась, а сестру позвать нет. Противная. Ой, что это? Ева? Хеллоу! Ты чё, сеструху забыла, да? Зазвездилась! Ты прикинь, у меня парень принц! И у него королевская семья! Ну понятно, я уже никому не нужна! Понятно! Ева, слышь, а давай и себя сюда устроим! Будем вместе жить в замке! Круто! Но меня же не пустят! Точняк, надо тебя переодеть! О, идея! Ай, аккуратней! Вау, какое красивое платье! Давай быстрее надевай, я тебя жду у входа. Ага, пару минут и принцесса Ева будет у вас. Какой блин! Стой! Ева, а ты что не переоделась? А, я так подумала, эти шмотки не мое. Я хочу жрать. Ну точно, моя сеструха. Ну пойдем, познакомлю тебя с родителями. Ты лучше меня познакомь с бутербродами и конфетками. Прелестный сок. И не говори, дорогая.
Что? Мама? У меня пока что только два ребенка. Так я могу быть третьим ребенком. А это моя сеструха. И что? Зачем ты приводишь в дом чужих людей? Я не чужая, а Ева тоже может стать принцессой и жить с нами. Нет, это невозможно. Я категорически против. Мы, конечно, тебя приняли в семью, но не до конца. Это только ради Мартина. Выбирай. Либо ты остаешься здесь одна, либо уходишь вместе со своей сестрой. Нет, я остаюсь, а моя сестра уже уходит. Что? Я так и знала, что ты меня не выберешь. Могла бы хотя бы договориться. Спасибо! Во, блин. И что теперь делать? Так, все, Мэри, садись с нами сок пить. Тише, Мэри! Ой, сорян, ба. Мэри, и мизинчик, мизинчик. Ну это, я же уже, это, принцесса. Тебе очень далеко еще до звания принцессы. Так и знала, Мэри предатель. Ужас, пусть сама разбирается. Я принцесса. Мне пофиг, я хочу домой. А я хочу нормальной жизни, ясно? Короче, что тебе нужно? Я предлагаю держаться рядом и выгнать эту Мэри. Ага, она вообще-то моя сестра, которая предала меня и не любит. Ну вот, у нас такой шанс есть. Что-то это мне не нравится. А может, это развод какой-то? Вот чемодан денег. Если мы все сделаем правильно, он будет твоим. Моим? Офигеть! Мисс Эмма, вы тут? Прячемся. Да, бардак в доме, все разбросано. С чемодан еще. Ого! Сегодня мой день! Куплю себе новый пепидастер! Даже два! Ура! Блин! Капец! Забрали деньги! Есть другой план? Конечно! Мне уж надоело! Хочу танцевать! Как в том ночном клубе? Ужас! Больше не ходи туда, сынок! Там безобразное место! Упс! Мое самое любимое место в городе! Так, мой ход! А вот так! Юху! Я выиграла! Я выиграла! Ну что, кто первый в очереди нащупал? Так, наклоняйся! Мэри, стой! Ты что делаешь? Чё? Как что? Даю лазер щелбан. Это же мой отец! Мэри, мы так не сможем уговорить родителей! Веди себя достойно! Не парься! Они меня и так любят! Нога? Это я тебя люблю! И мне не хочется потерять наши отношения! Всё, сопли собери! Лучше деньжат на свадьбу накопи! Все, пошли уже. Идем. И что же он в ней нашел? Ой, да ладно. Ты до нашей свадьбы тоже не очень была. Вообще, упала мне на голову с семьи башмачников. Тихо! Об этом никто не должен знать. Никто, кроме меня. Только попробуй сказать это детям. Или я прикажу тебя казнить. Понял? Я ничего не слышал. И жене моей не подмигивай, а то тоже прикажу тебя казнить. Ишь ты, да что ж ты будешь делать? Фу, как хорошо, когда в доме есть еда. Ой.
так наелась. Целую неделю хавать не буду. О, десерт! Сюда! Хотя, блин, не, я наелась, мне уже не влезет. Не, не хочу. Блин. Ладно, давай. А куда это он уполз? Не поняла. Давай, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Повелась, повелась. Куда? Кексик. Вы? С Новым годом. Попалась. Это тебе за все. Слышь, а что дальше с ним будем делать? Давай в чулан. Потащили. Давай, иди. Давай пять, подружка. Нет, мы с тобой не подруги. Нормально? Мы мою сестру закрыли в чулане. И все? Я теперь тебе не нужна? Нужно придумать, что с ней делать дальше. О, придумала. Мы скажем, что Мэри пропала. И все. А куда ее потом? Продадим в другое королевство. Будет там служить. Молчи там, тебя никто не спасет. Мисс Эмма, что-то случилось? Сейчас может и случиться. У нас такое горе. Да, ужас. Что случилось? Вы себя плохо чувствуете? У нас пропала Мэри, представляешь? Украла, наверное, что-то и сбежала. Нужно срочно королю и королеве доложить. Ага, нужно рассказать хорошую новость. То есть плохую. Мэри сбежала. Не может быть. Мам, пап, я хочу свадьбу. Сынок, но ты же еще не готов. Я готов. Я люблю Мэри. Она моя любимая. Ну что с ним делать? Что-что? Играть в свадьбу? Я этого не переживу. Мама, папа, срочная новость. Ева, ты еще здесь? Я же приказал тебе уйти. Мэри сбежала. Что? Зачем ты лжешь? Я тебя накажу, глупая сестренка. Я специально осталась, чтобы сказать это. Она решила у вас украсть все золото и деньги. Я так и знала. Это неправда, моя! Любовь моя! Увы и ах, Мартин. Ева вот гораздо лучше. Можешь жениться на ней. Я должен отыскать Мэри любой ценой. Она воровка, и ты притащил ее в наш дом. Срочно сообщить страже. Я передам в соседнее королевство. Пусть проверят, вдруг она и там что-то ворует. Моя Мэри. Мартин, а как ты смотришь на то, чтобы прогуляться в сад? Отстань! Это все из-за вас! Вы виноваты! Слышал, что вор завелся? Нужно спрятать денежки. Мэри? Что ты здесь делаешь? Че? А, у тебя же рот заклеен. Что случилось? Меня заперли, Ева и Эмма, я не виновата! Ужас! Какой ужас! Почему ты сразу не сказала и не позвала? Как? У меня рот заклеен был! А, точно! Ладно, идем тогда скажем быстро все королю и королеве, потому что они уже раздают приказы! Казнить? Ну, типа того! Ну, раз такое дело, идем быстрее тогда! Так, а что это у тебя за чемодан? А, этот! Да, там у меня тряпки, мочалки, средства для мойки посуды. А, я-то подумала, что ты деньги спер. Короче, идем уже. Идем. Пишу письмо, чтобы устроили поиски во всех королевствах. А я говорила, не надо ее сюда пускать. Мам, пап!
ее! Найдем! Конечно, найдем! И посадим в тюрьму! Надолго! Нет! Прошу вас, не делайте этого! Если вы посадите ее, то садите и меня! Мартин! Мартин, с тобой все хорошо! Ага, воровка попалась! Сама пришла! Тайлер, держи ее! А ну, отошли от нее! Мартин, если ты не отдашь ее полиции, то наследником тебе не быть! Мне не нужен этот трон без Мэри, ясно? Тайлер, че стоишь? Хватай эту воровку! Успокойтесь, подождите, Мэри не воровка, ее закрыли в чулане! Кто? Ваша дочь и сестра Мэри! Эмма, как она могла такое сделать? Милый, мне кажется, мы воспитали ужасных детей. Все, не бывать этому. Такого в моем доме не будет. Не бывать! Все, ты покидаешь наш дом. Не возвращайся в наш дом, пока не станешь нормальной принцессой. Маменька, папенька, не виноватая я. Это Ева, это она меня подговорила. Чё? Это ты сама сказала! Вот курица! Все, ты лишаешься титула принцессы. Вон отсюда! Ну, прошу, не нужно, нет! Мэри, прости нас с мамой. Я думала, ты воровка, но я даже представить себе не могла, что наша дочка способна на такие гадости. Моя невеста самая лучшая. Ты прав, сынок. Совет вам, да любовь. А что с Эммой? Будет скитаться по улице пару дней. Подумать над своим поведением. Ура! Будет свадьба! Теперь ты принцесса в мусорке. Отвали! Ой. Ну чё, теперь мы вместе без денег. Это всё получилось из-за тебя. Теперь сама думай, где деньги взять. Есть хочется. О! Продам корону и куплю хавчика. Ну нет, теперь у меня ещё и корону украли.